ДТП на пересечении улиц Октябрьской и Интернациональной произошло сегодня утром около полудня. Дорогу не поделили Kia Joyce и Volkswagen Jetta. За рулем обоих авто находились женщины. К счастью, никто из них не пострадал. На чьей стороне правда, сейчас предстоит выяснить сотрудникам ГАИ. Известно, что еще одно ЧП накануне приключилось с автомобилем марки Renault. Рано утром 10 ноября сообщение от очевидцев поступило о загорании автомобиля, расположенного на стоянке на улице Западной в городе Бобруйске. Когда на место прибыли огнеборцы, наблюдалось открытое горение кабины грузового автомобиля, а также стоящего рядом прицепа. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь, тем самым спасли рядом стоящие машины. А их было 5. Здесь тоже обошлось без жертв. Причины этого возгорания сейчас устанавливаются. Впрочем, как и еще одного. Пожар ночью 8 ноября случился на лестничной клетке многоквартирного дома на Семенова. Здесь закопчены стены и потолок 4-го этажа. Повреждены детские санки и велосипед. Эвакуация жильцов не проводилась. Никто не пострадал.